Международный культурно-просветительский проект «Через культуру к миру и согласию народов» стартовал 22 июня прошлого года в Москве. Дата проведения организаторами была выбрана не случайно. 22 июня – день начала Великой Отечественной войны. В Приднестровье круглый стол решили провести 19 июня, в день Бендерской трагедии. Толерантность народов, их права и свободы, а также развитие современной молодежи – таковы были главные темы круглого стола. Обсуждали их представители общественных организаций, Международной ассоциации работников культуры и искусства, МИДа Республики, а также гости из Москвы и Кишинева. Сейчас Министерство иностранных дел, в общем-то, сделало ставку на развитие публичной дипломатии. Мы верим в то, что общественные усилия помогут нам громче, ярче рассказать о нашей республике. И, быть может, именно общественная дипломатия, публичная дипломатия станет тем локомотивом, тем рычагом, который позволит нам добиваться определенных внешнеполитических задач, включая самое главное. Самое главное, по мнению участников встречи, это ведение переговоров мирным путем, защита национальных ценностей и, конечно, признание Приднестровья. В рамках акции это не просто мысли, а часть письменного обращения в Организацию Объединенных Наций. Подписание этого документа и есть итог трехдневной работы проекта в республике. Мы не заканчиваем эту акцию, она дальше идет. Другой регион, то же самое, просит, а капля точит камни. Сегодня обращение в ООН подпишут и передадут в Министерство иностранных дел республики. Кроме того, участники встречи определят, какая страна следующей примет эстафету и проведет акцию уже в 2014 году. Ирина Гуско, Павел Бажонко, Первый Приднестровский телеканал.